О, здесь рыбочка. Давай покормим ее. Может, лучше съедим? Фу, они грязные. Противнущие. Привет-привет, с вами Китти Кейт. Ты сегодня на канале Малышарин ТВ. Мы поиграем в котика Бубу. А ты уже подписался на канал? Сделал кнопочку подписаться серой? Тогда подписывайся скорей. Бубу, что это у тебя тут так грязно и паутина по всему потолку? Не знаю я, это не я сделал. Так как же это не ты, посмотри. Фу, а сам-то какой грязный. Ты что, вообще забыл, что мыться надо? Да мылся я, все нормально было. Ну, я даже не знаю, ребят, как думаете, это вообще нормально с таким грязным хвостом ходить? Давай-ка посмотрим, что у тебя в другой комнате. О, ёшкин кот, ты только полюбуйся, что у тебя даже рыба померла тут у тебя. Ладно, давай приберусь. Но я не хотел, наверное, я надолго застыл. Просто спать хотелось. Так, давай-ка разберемся и рыбку тут тоже твою оживим. Рассказывай, рассказывай, что делал, почему так крепко уснул? Ну, ко мне гости приходили, честно сказать. И мы тут немножко, в общем-то, повеселились. Я даже могу тебе помочь мусор выбросить. Хм, да, спасибо, конечно, за помощь, но пойдем сводим тебя в одно местечко. Ой, фу, а туалет-то кто смывать за собой будет? Ты посмотри только на это безобразие. Я в шоке. Так, давай-ка уберем. Ну, я не знаю, кто это, наверное, гости. Это точно не я, я так не делаю. Да знаю я тебя, не делаешь ты так. Вот сейчас встанешь и тоже не смоешь. Ну, я ж тебе говорила. Ну, прости. Ладно, прощаю. Давай-ка лучше искупаем тебя и сходим на улицу погуляем. Весна же пришла. Я люблю весну, хочу лето. Ну, я даже не знаю, лето, конечно, хорошо, но весна-то тоже ведь неплохо. Давай еще ручки вымоем. Фу, ты как вообще-то? Это же законно? Ты только что мылся, а лапы все грязные. Это странно. О, так-то лучше. Ой, какая чистая стала, красивый, можно и погулять. Ой, правда, кушать захотелось, чего-нибудь бы съесть. Ладно, давайте кусок мяса пожарим. Наверное, это вкусно. Давай он горчичкой намажем. И солечки. О, спасибо, я люблю мясо. Только я бы еще только кетчуп положил, но вот раз нет, так нет. Ну, как скажешь. Кушай давай свой кусок мяса. Давай добавим тебе горошка, так покрасивше. Ой, что-то некрасиво получилось. И помидорчиков, и морковки, чтобы рос. Я вообще-то не люблю морковку, я же не зайчик. Ну, не зайчик, так не зайчик. Давай кушай и пойдем сходим. О, это что такое у тебя? Это что за выставка? О, ничего себе, что это тут у тебя построили рядом с домом? Это что, бьюти-салон? Это интересненько, давай-ка заглянем. Ух ты ж, какая красота! И что ты планируешь делать? Ну, не знаю, давай что ли глазки малюкать. Ну, глазки да глазки, конечно. А это масочка, ребята! Посмотрите, какая... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай коричневую не будем делать, давай лучше розовую. Я думал, ты мальчик, какая розовая. Ну, нет, если хочешь, я, конечно, не против. Она даже милая и блестящая. Но это странно. Так, а это что такое? Это какая-то массажерная штука. О, там даже ягодки можно положить. Ха-ха-ха! А может, можно мне листик? Ну, я не знаю, листики кончились. Простите, пожалуйста, котеночек. Давай-ка сделаем тебе зеленую масочку. Вот так, отличненько. Так, теперь вот эти вот, в общем-то, розовые доделаем. Так, и походу надо убирать все. Так, вот, отлично, пошло дело. Посмотри, какие пушистые у тебя щечки стали. Они у меня и были такие пушистые, я всегда за ними ухаживаю. Да, видела я, как ты ухаживаешь. Ты вон их вообще... Вместо того, чтобы ухаживать, хулиганил, между прочим. Весь грязный был и неумытый, как поросенок. Давайте я его еще помассирую. Мур, это приятненько.
Да, я бы тоже не отказалась от спа-процедур. Только я сейчас не понимаю, что мы еще здесь можем сделать. Может, еще листик какой-нибудь твой приложим? Листики, да, это прикол. А морковки? Я же говорила, не люблю морковку. Что ты с мясо не пристала? Ладно, помню, не любишь ты морковку. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай посмотрим, что какой-то вон здесь белый кремчик есть. Так, кстати, он не подходит что-то нам. Нет, а что еще здесь надо сделать? Что-то я не пойму никак. Может быть, надо вот такую коричневую масочку? Нет, коричневая тоже не подходит. Ох ты ж, ты че нарядился-то так? Это ж неприлично, люди же смотрят. Как неприлично, я вообще-то в бьюти-салончике. А можно я еще маникюрчик сделаю? Да. Разве кошки делают маникюр? Ну, давай, хочешь, захочешь. Я, конечно, не против, но это немножечко странненько выглядит как-то. Давай намылим твои лапули. Ой, спасибо, давно я лапули не мыл. Да как давно только что же отмывал? Вместе же с тобой мыли лапы твои. Фу, посмотри, какая грязь, кошмар. Давай здесь тоже грязь уберем, вот так-то лучше. Посмотрим, что мы можем сделать с твоими лапочками. Так, давай попробуем на пене, что ли, или что это? Во, да, это какие-то пузырики. Они странные. Но странное это, конечно, неплохо. Это... это отбеливатель для ногтей. Ничего себе, так ватными палочками. Давай потрем, 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 потрем. Оттрем всю грязюку. Вот это да, мы... Фу, они грязные. Противнущие. Так, это оттерли. А эти что? Вот, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Смотри, они все блестят. Ура, 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 ура. Ну вот, так-то лучше. И теперь маникюрчик-педикюрчик. Подпилим немножечко. Опс, кажется, остался без лапки. Кутикулы уберем. Они нам ни к чему здесь. Давай уберем, уберем, уберем. Да ты как в настоящем салоне красоты. А, мне очень нравится. Здесь очень миленько и красиво. Спасибо, что мне помогаешь. Да, пожалуйста, конечно, мне не сложно, но... Ну да, это красивее стало, чем было, конечно. Потому что было так себе, если честно. Да, а то они начали у меня... Царапаться и не блестеть, и грязные вы были какие-то. Может, мне еще подлируешь? Да я уже этим занимаюсь. Ты что, не видишь, что ли, что я делаю? Посмотри, они у тебя уже блестят. Он последний на каток остался. Лаки? Что? Кошечки Лаки! Хо-хо-хо! Да, это прикол. Так, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Розовенький есть. Есть, придется, короче, разноцветные делать. Интересно же посмотреть, какие они тут. Так, какой цвет, интересно, самый красивый будет? Мне вот пока вот этот фиолетовый нравится, мне кажется, что он крутой. И зеленый красивый, да что ж такое-то? Ё-моё, я не знаю, что выбрать. А пусть такой будет. Ну а чё, он же кот. Ещё и стразики есть, да блинский. Так ещё нечестно, они, мне кажется, заставляют меня играть ещё больше и больше в эти игры. Ладно, давай ещё сердечко прилепим. Вот и сердечко вот сюда такое. Звездочку давай, и камушек давай, давай. Все прилепим. Все прилепим по красоте, чтобы было. Ой, спасибо, я такой красивый теперь стал. Можно и вот сюда зайти еще. Но ты вообще понимаешь, когда ты зашел? Здесь, походу, зубки надо чистить. Фу, боже! Ну ты что делал со своими зубами? Ребят, вы только посмотрите. И все нормально было, я все мыл, все очистил, язычок даже каждый день чищу. Как-то не очень похоже, если честно, что ты что-то чистил, потому что здесь какое-то беспределие творится у тебя. Просто беспредельщина. Прям я в шоке, если честно. Так, давай уберем все лишнее. Так, опаньки, опа, о, первая ушла, вторая ушла. Как кули какие-то, фу. Нет, ну так разве можно вообще ходить с такими зубами? Он все желтый, противный. Давай подбеливаем, подбеливаем, подбеливаем. Ну вот, так-то лучше сейчас. Чуть-чуть отбелим, 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 отбелим. Вот один отбелили уже почти. И что у нас будет? Так, совсем капелюшечку осталось. Ой, спасибо, ты такая добрая, сделала мне красивые зубки. Ну, можно было вообще и не делать их, если бы ты чистил вовремя. Ну ладно. Так, давай еще почистим вот так вот. Это что-то мне кажется, что мы не дочистили тут зуб этот. По ходу дела. Так, давай еще разок попробуем. Ну-ка так. Вот, лучше это дело пошло.
Посмотри, какая шикарная улыбка. И даже можно бриллианты вставить в зубы прям. Что? Это вообще законно? Нет, я этого, конечно, вообще не ожидала, что можно бриллианты в зубы вставлять. Это очень странно. Просто очень. Так, и что там еще? А это что за духи? Попшикаем, давайте попшикаем вот таким вкусненьким ароматиком. Фух, это по красоте, да. А здесь-то у нас что есть? Это ж спа-процедуры настоящие. Давай, залазь скорее, скидывай свое полотенце. Ой, мне холодно, можно мне водичку потеплее? Сейчас будет тебе потеплее. Так хорошо? Нет, говорю же, холодно, посмотри, я замерзаю. Ладно, прибавляю. Блин, да что ж делать-то? Не могу включить. Вот, грею. Прости, пожалуйста, прости. Что-то у меня пошло не так. Ну, что-то я не могу отрегулировать. Да ё-моё. Так лучше? Кажется, мне горячевато. Я могу и уснуть от такой теплой водички. Ну, все, мне плохо, я засыпаю. Ладно, все, делаю тебе хорошую водичку. Так, все, водичка хороша стала. Так, давай попеним. Тебе как будто дома было мало купательных процедур. Давай добавим вот желтенькую, кошачью. Какую-то кошачью, не, желтая выглядит странно, давай розовую. Вот, так-то лучше. Так, это что такое, игрушечки какие-то, это что... Зеркальце, мячик, все дадим, все помоем. Давай, вылазь, хорош. Полотенчика будешь менять на розовенькое? Эй, просто вытираться надо, вот так-то лучше. Фух, воду выключать надо, ребят, ну вот так-то лучше. Нельзя ж воду-то оставлять, воду нужно экономить. Вот, тут еще можно было делать такую обстановочку интересную, но ладно. О, здесь рыбочка, давай покормим ее. Может, лучше съедим? Ну ты живодерина. Как что значит съедим? Это ж рыбка, ее надо кормить. Ну что, отлично у тебя салончик. Давай-ка домой отправляйся. И приводи себя в порядок. Там дом прибери, покушай, одежду себе купи, что ли. Спасибо, пойду лучше поем. А вам, ребята, на сегодня все. Ставьте лайки, если любите котика Бубу. Я его покормлю и отправлю отдыхать. Пусть тут порядки наводит, а то хулиганить только и умеет беспорядки наводить. Ладно, ребят, всем пока-пока. И не забывайте подписываться на канал.